Вот, друзья мои, я остался с ободранной залупой, как говорится. Значит, делаю этот ролик, как бы говорится, поучительный, чтобы вы знали, что за хуйня творится на Озоне. Значит, заказал я вот эти вот, блядь, портки. Рокерские там, думаю, все охуенно, все заебись, блядь. Нихуёво. Ну, размер, блядь, конечно, пришел, ёб твою мать. Не, ну, изначально шёл товар где-то на дней 10, наверное, даже чуть побольше. То есть потом хуяк потом перекинули на целый месяц, блядь, думаю. Ну, в принципе, подожду, хули, ну что, ничего страшного, как говорится, блядь, модные, блядь, портки. Хоть посмотреть, что за хуйня там, блядь. Ну вот, ждал, все, пришел, блядь, на этот Озон ебучий. И получается, какая у них система получается, вот, блядь. Значит, пришел туда. Они, да, все, вот он товар, ну давайте, я говорю. Все как положено, сейчас мы распаковываем его, сейчас смотрю, примерочка, хуерочка, блядь, все как положено, вся вот эта хуйня. Я говорю, сейчас все это разденусь, померю, все. Хуя! Хуя! Нихуя! Пиздец, говорит. Или же отказывайтесь от товара. Или же, это самое, берете сейчас домой, меряете. И делайте отказ в личном кабинете. И потом пиздуете и относите на этот Озон, блядь, и все. Ну, что получается? Все как не у людей, блядь. Пришел, да, все, я видео снимал, угорал. Вот, про эти штаны. Ну что? Это самое. Пришел, все. Думаю, вот они, блядь, распаковал всюду. Одеваю, ёб твою мать. Размер, блядь, два меня могут влезть. Это охуеть можно. Это просто пиздец, блядь. Это вообще просто-напросто ад, блядь. Просто ад, блядь. Я даже не могу посмотреть, как они на мне сидят, блядь. Ни так, ни боком, ни фасом, ни хуясом, ничем, блядь. Как бы ты ни повернулся, они у тебя все, блядь, пизда всему, нахуй. Я их мерить не буду, потому что я ебал, блядь. Ну, как? Ну, блядь, даже вот я сейчас померю. Хуй с ней, давай, я сейчас тут, блядь. Сейчас я их... Вот, блядь, ёб твою мать. Вот. Каким хуем? Вот, каким хуем? Вот. Ёбаный в рот, блядь. Это размер, охуеть называется. Размер, блядь, этого самого, блядь. Дяди Лёши, блядь, как говорится, блядь. Вот такого вот, дяди Стёпы, ёб твою мать. Или какого-нибудь толстого мужика, блядь. Я, блядь, я, мне кажется, нихуя не толстый, блядь, и не худой, блядь. Вот, пиздец, во. Во, ёб твою мать. Это ты представляешь? Во. Это если ушивать, блядь, это надо жопу, блядь, нахуй, сюда вот так вот, блядь, здесь ушивать, нахуй. Здесь, блядь, перешивать, перехуять и все остальное, да ебись она в рот, блядь, пизду. Я их, конечно, продам, вот. Дело в том, что, да, я вам сказал, да, то, что это... Гамак, кстати, модный, посмотрите, какой заебательский. Про гамак потом напишу. Вот. Да нахуй, пизду. Я сказал. Не это самое. Вот. Нормальный вид, блядь. Вот гамак, блядь. Пускай. Тут, блядь, радует глаз будет. Ну все. И что значит получается, блядь? Матрос, иди сюда. Иди сюда. Будешь сидеть со мной. Ну, и что значит получается, блядь? Ну, отказывай, все, отказ отписали, все, пиздец.
А там в комментариях написано то, что Озон нихуя, не то, не это, блядь. Они типа вообще нахуй тут ни при чем, этот самый товар заграничный получается, блядь. Ебись она в рот какой, блядь. Хуй знает откуда. Вот. И что там пишут в комментариях, ну, говорит, отправляй, типа, отправляем Почту России, надо отправить Почту России, там, какому-то этому китайцу, корейцу, хуй пойми кому, какому-то, блядь, Джеки Чану, короче, какому-то, блядь, надо отправлять, нахуй. И, в общем, блядь, это самое, типа, одобрено, да, это самое, сделал, ну, когда ходил, это самое, сегодня, вот, узнавал все это, блядь. А там, я думал, поругаться там с кем. А хуй с кем нам ругаться? Думаю, там разъебу всю контору. А там ругаться-то не с кем. Там маклявочка сидела, она не знает нихуя, ебаный урод. Ну, думаю, ладно, хуй с ним, блядь. Вот, переживу, как говорится, блядь, свой гнев. Ну, да, это посмотрела, да, вам одобрено все, блядь. Ну, на возврат. Там номер, все это, блядь. Ну и что, блядь, а возврат, то есть должен он там одобрить, этот Джеки Чан, блядь, там какой-то там, или я хуй его знает кто, вот этому Джеки Чану, а этому Джеки Чану, получается, надо, блядь, ой, что ему надо, да матрос, пизду тебе, не хочешь сидеть, ну тебе нахуй, блядь, я весь он, блядь, нахуй, в волосянках, блядь, и так вот с ободранной залупой, нахуй, сижу, блядь, без 4000, блядь, нахуй. И без штанов, блядь. Со штанами просто хуёвыми. Вот. И, значит, что получается, блядь. Мы сейчас говорили про что? А, ну вот, Джеки Чану, да. И, значит, отправляюсь по Почте России, блядь. По этой ебаной. Стоимость этого товара. То есть, получается, я... отправляю нахуй вот эти ебаные штаны, блядь. Вот, стоимость этого товара, то есть я их купил нахуй за 4. Они мне нихуя не подошли. Плюс я еще оплачиваю доставку Джеки Чану, блядь, или кому-то там еще, китайцы и корейцы там поебать. Вообще какой-то там, блядь, в каком-то, блядь, хуй пойми, в каком-то цеху может быть, блядь. Там вообще по хуй его знает. Это за границей, я хуй. Вот. Я говорю, как она работает. И все получается. Отправила одна там в это самое в отзывах. Получается, отправила. И все, пиздец. Она решила. И нихуя ни ответа, ни того, ничего. И, короче, товар нахуй обратно улетел. И пиздец. И эти 4000, ну сколько, может там я хуй его знает, может там. Ебать, какие там, блядь, нахуй, заказывали, хуй пойми, какие товары, я не знаю, просто там не написано, что там за товары. Но факт то, что получается, блядь, надо Почту России, нахуй, платить своими деньгами и еще товары, нахуй, туда отправить, блядь, и ждать, пока тебе деньги, блядь, пришлют. Они на самом деле нихуя не пришлют, вот, не придут, вот и все. Вот такая хуйня в Озоне работает, блядь. А они, видишь, как... Ну, я не знаю, блядь, ты тут кого? Или Джеки Чана винить, блядь. Или же, блядь, это самое, блядь. Или же Озон. Ну, да, они вообще, можно сказать, нахуй ни при чем. Они даже не дают, блядь, ни померить, ни хуе, ничего, блядь. Я не имею права, я не то, я не сё, и вообще нихуя, блядь. И хуй на воротник, как говорится, блядь. Вот и всё, блядь. Вот и пиздец. Вот я свободен из-за лупы и остался, блядь. Вот, пожалуйста, блядь. Кому нужны модные портки, вот. Обращайтесь. Размер, хуй его знает, блядь. Размер, я не помню какой. Размер, блядь. Сейчас посмотрю. Размер 34-й, нахуй. Ну это, я думаю, нихуя не 34-й. Это, ёб твою мать, или 50-й, или 60-й, блядь. На толстого человека, блядь, какого-то, нахуй.
Или хуй его знает. Ну тут все, короче, цело. Это, тут все заебись, как говорится. Товар он нормальный. Ну, размер, блядь, не подошел, и пиздец, вот и вся хуйня, блядь. Вот так вот работает, блядь, Озон, нахуй. И Джеки Чан, блядь, или кто там у них там в этом самом, блядь, ну, Джеки Чан. Еще, блядь, Джеки Чан посмотрит это видео, посмотрит и скажет, не хочешь, охуели, что ли, что на меня там. Джеки Чан-то нормальный мужик, блядь, все, заебись, я просто образно говорю, что... Вот такие вот китайцы там и корейцы, хуй его знает, там, хуй пойми, там какие-то, блядь, там деды или вся там, блядь, шоблы ёбы, блядь, хуй их пойми, нахуй. Вот они, блядь, вот так вот нас наёбывают, короче, понятно, из-за границ, вот и все. Вот так вот, друзья мои, не заказывайте никогда ничего на Озоне заграничное. Если что-то заграничное, шлите нахуй. Вон, на Wildberries покупайте и все, и в рот и ебать. Я даже, блядь, трусы больше нахуй покупать, блядь. На Озоне, сука, не буду нихуя, ничего, блядь. Да я и не покупал на Озоне, да ебать и в рот. Еще купишь, да обоссатые какие-нибудь, блядь.